Арестован проректор ЧелГУ Андрей Петров. Его обвинили в растрате бюджетных денег. Мужчина взят под домашний арест на 2 месяца, пока идет следствие. Такую меру пресечения ему избрали в Центральном районном суде. В последнее время Андрей Петров фактически возглавлял вуз, исполнял обязанности ректора, так как Диана Циринг находится в декретном отпуске. В суд обратился следователь Следственного отдела ФСБ России по Челябинской области об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Судом данное ходатайство удовлетворено. Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Установлен срок данной меры пресечения до 9 мая 2016 года. Андрея Петрова обвиняют в присвоении и растрате бюджетных средств. По данным следствия, в конце прошлого года он присвоил деньги, выделенные вузу из федерального бюджета, и якобы отправил 135 тысяч рублей в Москву знакомой сотруднице Министерства образования. Проректора задержали 9 марта, однако в вузе считают, что ничего противозаконного в действиях проректора не было. По телефону нам объясняют, это нюансы начисления заработной платы. А то, что касается Андрея Юрьевича, то претензии правоохранительных органов к нему связано преимущественно с процедурой начисления заработной платы. Но я думаю, что вы понимаете, что ввиду наличия отраслевых особенностей система оплаты труда в высших учебных заведениях обладает определенной спецификой. Ну, поэтому неудивительно, что вопросы на этот счет возникают время от времени. Однако, как правило, снимаются при более детальном изучении ситуации. Андрей Петров в последнее время фактически возглавлял вуз, поскольку ректор Диана Циринг ушла в декрет. Однако на время следствия, чтобы вуз не остался без управления, она вызвана на работу.